Всем привет, друзья! Сегодня у меня в обзоре будут снарядные перчатки от фирмы Rival. Модель RFX Guerrero и RB1. Поехали! Начнем с модели Guerrero, и как заявляет производитель Rival, они их сделали в точности как мексиканские перчатки. Они реально похожи на проф-перчатки Everlast AMX и Cleta Race. Все знают, что проф-перчатки сделаны с максимальной анатомией кулака. Здесь так же самое, полный доворот, полный дожим, большой палец пришит анатомически, и руке максимально удобно. Наружный материал также скопировали один в один. Сделан он из натуральной кожи и имеет тот самый неприятный специфический запах. Made in Mexico. Наполнитель здесь сделан из пены, и наружный слой более жесткий, а под ним уже более мягкая пена. Что касается вентиляции, то Rival погорячились копировать и не оставлять ее в снарядной перчатке, ведь при продолжительных работах рука очень потеет, а она здесь просто-напросто отсутствует. Ну, вентиляция. Фиксация в этой перчатке фирменная Rivalская, и она мне очень нравится. Сейчас объясню ее фишку. Два ремешка стягивают одновременно и область под ладонью, и конец перчатки для лучшей фиксации. Плюс сама липучка идет под углом 15 градусов, чтобы легче и удобнее ее было застегивать. Делаются такие перчатки в двух размерах, 8 и 10 унций. У меня на обзоре 8-унцовые, и для моей руки они подходят. Также делаются они в двух расцветках, черная и синяя. И в зависимости от маркировки, в двух вариантах наполнителя. Вторые перчатки — это RB1. Это такая себе копия боксерских перчаток от Rival, по удобности один в один, только наполнителя поменьше. Доворот кулака, дожим перчатки, большой палец пришит анатомически, выступ для защиты большого пальца. Самой перчатке мягко и комфортно. Наружный слой сделан из искусственной кожи, хотя, как по мне, лучше бы здесь смотрелось натуральное. Подкладка в этих перчатках сделана из прочного влаговпитывающего материала, который быстро высыхает. Что касается вентиляции, то здесь идет сплошная сетка от пальцев и до конца перчатки. Конечно же, здесь не только сетка, там еще для прочности подкладка под ней, но все равно материал пропускает воздух, дышит, и это большой плюс. Наполнитель здесь сделан из пены, пена чуть жестковатая, но для снарядов отлично подходит. Для спаррингов лучше не использовать, потому как здесь мало наполнителя. Шов идет прямо на ударной части, хотя с виду они очень похожи на спарринговые. Фиксация здесь идет в два полных оборота, что примечательно, липучка и ее основание пришиты на этом нейлоновом ремешке. За счет этого пластикового кольца очень удобно стягивать и фиксировать перчатку. Делаются такие перчатки в размерах от 8 до 14 унций и в 4 расцветках. Синие, белые, красные и черные. Что касается производства, то Guerrero мексиканцы делаются не в Мексике, а в Пакистане, а эти делаются в Китае. В итоге эти модели мне очень понравились. Они удобные, круто сидят на руках, в них очень прикольно работать. И самое главное, доступная цена. Эти и другие перчатки вы сможете купить в нашем интернет-магазине. Ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и занимайтесь спортом. Удачи!